И снова здравствуйте! Вас приветствуют последние новости. Средства массовой информации пишут, что 24 апреля исполнится 40 дней со дня смерти Юлии Началовой. Семья певицы устраивает поминальную церемонию, но поминки было решено провести раньше, 23 апреля. О причинах переноса поминок рассказала друг семьи Анна Исаева. Оказывается, у семьи певицы была уважительная причина. У дочери Началовой Веры на 24 апреля запланировано важное мероприятие в школе. Вера принимает участие в культурных мероприятиях на базе школы. Это помогает ей отвлекаться от семейной трагедии. И близкие стараются во всем поддерживать Веру. Поэтому отрывать девочку от мероприятия в день поминок родственники не стали и решили провести поминки сегодня, 23 апреля. Анна также сказала, что родственники Юлии проконсультировались со священниками и получили разрешение на перенос поминок. Священнослужители объяснили, что религиозными законами это не запрещается, и семья может принимать решение о переносе свободно, особенно если есть уважительная причина. К тому же часто невозможно собрать всех близких людей покойного в определенный день. В таких ситуациях церковь позволяет проводить поминки в любой удобный день. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!